Послушай, друг, я хочу тебя кое о чем попросить. О том, о чем мы, как правило, забываем, а это очень важно. Пожалуй, это самое важное, что ты можешь услышать сейчас от меня. Поэтому внимательно послушай меня. Я хочу попросить тебя вот о чем. Мечтай. Мечтай по-детски, искренне, с открытым сердцем. Мечтай так, как будто тебе никто никогда не говорил эту ужасную фразу: «Мечты не сбываются». Это вранье. Твои мечты, они сбудутся, если они твои. Если ты веришь, если ты действуешь. Мечтай. Мечты вдохновляют. Мечты мотивируют и побуждают к действию. Мечты поднимают тебя с постели и наполняют энергией. Мечты делают тебя счастливее, ведь ты не можешь мечтать о чем-то плохом. Мечты, они окрыляют. Мечтай. Мечта – это твой вектор. Мечта с верой и движением к ней – это уже цель. А цель, она конкретна, она направляет. Без мечты ты слеп. Ты не знаешь, куда идти. Ты флюгель, крутящийся на одном месте за ветром. Щепка, несомая бурным потоком жизни, куда ему заблагорассудится. Будь кораблем, мечтай. Живи осознанно, живи полной жизнью, мечтай. Именно мечты наполняют нашу жизнь смыслом. Не существуй, живи, прошу тебя. Мы не пришли в этот мир, чтобы просто работать, чтобы существовать, чтобы выгрызать себе место под солнцем. Мы пришли мечтать, и тем самым мы пришли творить. Мечтай. Не оглядывайся ни на кого. Мечтай о своем, а не о том, что тебе навязывают. Какой бы маленькой ни была твоя мечта, она именно твоя. Осуществи ее и мечтай о чем-то еще своем, значимым именно для тебя. Мечта за мечтой. Мечта за мечтой. В этом жизнь, понимаешь? Именно в этом жизнь. Мечтай. Прошу тебя, иначе за тебя будут мечтать другие. Но тогда и жизнь ты проживешь не свою, а этих других. И мечты ты будешь исполнять не свои, а чужие. Ты этого хочешь? Ради этого ты живешь? Неужели об этом мечтал тот маленький ты, когда еще любил и умел это делать? Послушай, друг, остановись, не беги. Без мечты все равно не успеешь. Ты же не знаешь, куда бежать. Не трать время. Вообще не трать время – это самое ценное, что у тебя есть. Никогда не понимал, как можно убивать время. Остановись. Вспомни, о чем мечтал. Ведь мечтал же когда-то. Мечтал, что вырастешь, добьешься успеха, станешь кем-то важным, значимым. Будешь ученым, художником, врачом, известным спортсменом, космонавтом, наконец. Мечтал объехать весь мир, сделать кучу открытий, создать шедевр, оставить о себе память. Или просто, еще не зная как, но мечтал, что обязательно будешь счастлив. А потом почему-то перестал, стал взрослым. Этот мир создали мечтатели, безумцы, в чьи мечты никто никогда не верил. Которым говорили: «Эй, это невозможно, брось, чудак, займись серьезным делом». Все то великое, чем мы восторгаемся, пользуемся, на фоне чего мы делаем селфики, было когда-то просто чьей-то мечтой, чьей-то нереальной фантазией, чьим-то стремлением и чьей-то верой. Мечтай, дружище, где бы ты сейчас ни находился, кем бы ты сейчас ни был. Еще не поздно реализовать свою мечту. Подумай, чем бы ты сейчас занимался, если бы не выживал? Что ты хочешь по-настоящему? Спроси себя. Человек создан познавать и созидать. Он не может ничего не хотеть, никуда не стремиться. Это противоестественно, ненормально, понимаешь? Сейчас самое лучшее время начать. Ни вчера, ни завтра, ни с понедельника, сейчас. Начни мечтать. Мечтай по-крупному и мечтай в мелочах. Увидь себя и свой мир таким, каким он тебе нравится. Создай его сперва в фантазиях, в мыслях, напиши свой шедевр. Мечтай, верь, действуй и не сдавайся. Никогда, слышишь, никогда не сдавайся и не предавай свою мечту. Я верю в тебя, друг. И ты поверь в себя. Начни мечтать.